В Стокгольме разгорелся дипломатический скандал, в котором оказались замешаны американские и шведские военные. Согласно документам, попавшим в распоряжение журналистов, воздушную границу Швеции без разрешения и предварительного согласования нарушил самолет-разведчик ВВС США. Перед вторжением в воздушное пространство Швеции американский разведчик 1,5 часа находился над водами Балтийского моря. Когда ему навстречу был поднят российский перехватчик, американский самолет скрылся в сторону Швеции. Представитель шведского МИД сообщил, что вопрос неприкосновенности границ Швеции обсуждался на встрече с сотрудником посольства США. Подробности беседы неизвестны.